Всем привет, меня зовут Сергей. Я подготовил мега-крутую подборку нужного и полезного. Для того, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях свое мнение об этой подборке. Когда мы говорим о полезных и многофункциональных инструментах, обычно подразумеваются мультитулы, которые помогают в ремонте. Это могут быть наборы отверток, мини-пилы и подобные вещи. Однако этот мультитул предназначен для повседневной жизни. В его комплект входит фонарик, открывалка для бутылок, пара отверток, шлицевая монтировка и открывашка для коробок. Благодаря компактным размерам его можно использовать как брелок. Кроме того, в экстремальной ситуации этим мультитулом можно легко разбить стекло. Это маленький, компактный и очень удобный карманный помощник. Мир антистресс-игрушек достиг нового уровня. Теперь можно действительно развлечься и весело провести время. Играть можно как в одиночку, так и устраивать соревнования между друзьями. Благодаря необычной обработке металла, игрушка катится, крутится и переваливается из стороны в сторону. При этом она очень приятна на ощупь. Эта необычная кинетическая игрушка легко снимает напряжение после трудового рабочего дня, стимулирует размышления и помогает сосредоточиться на определенных мыслях. Это все тот же антистресс, но в новом необычном формате. Признавайтесь, сколько проводов вы выбросили за все время использования смартфона? Лицензионные и оригинальные кабели выходят из строя очень быстро. Даже при наличии беспроводной зарядки дома, мы все равно носим с собой несколько проводов в сумке на случай, если потребуется срочно зарядить телефон. И вот решение проблемы. Кабель, который сам принимает нужное положение, благодаря магнитному волокну в оплетке. Это идеальное решение. Во-первых, провод стал гораздо прочнее, а во-вторых, он сгибается только в одном направлении, что значительно увеличивает его износостойкость. Это действительно крутое и отличное решение. Вот это новость для блогеров и любителей фото и видеосъемки. Миниатюрный штатив для камеры. Этот универсальный аксессуар подходит для крепления фотоаппарата, телефона и даже веб-камеры. Он достаточно устойчив и выдерживает приличную нагрузку. А крепление внушает доверие, удерживает технику надежно. Благодаря компактным размерам штатив легко взять с собой. В сложенном виде он помещается в карман или сумку и весит всего около 100 граммов. Вот настоящая находка для поклонников Marvel – коллекционная игрушка «Молот Тора». Он создан с точным воспроизведением деталей из фильма, включая линию трещин на голове молота, что передает восстановленный внешний вид. Все это дополнено впечатляющей LED-подсветкой, которая просвечивается через каждую трещину. Но и это еще не все. У молота есть звуковой эффект, как в кино. Включать и выключать подсветку со звуком можно с помощью кнопки на рукояди. А чтобы превратить эту косплейную игрушку в достойный экспонат вашей коллекции, в комплекте есть подставка. Детализация молота. Детализация молота выполнена в масштабе 1:1 и выглядит очень великолепно. А теперь о комфорте и чистоте. Робот-пылесос, робот для мытья окон и робот для мытья полов – идеальное решение для дома. Это устройство справляется с любым типом поверхностей. Во-первых, они работают очень тихо, их практически не слышно. Во-вторых, они разработаны с использованием бесколлекторных моторов, что обеспечивает длительную уборку без подзарядки. В общем, это очень полезное устройство, которое легко выполнит за вас всю грязную работу. Раз уж мы сосредоточились на уборке, давайте посмотрим на крутой пылесос от Xiaomi. Этот легкий беспроводной мощный помощник оснащен светодиодной подсветкой для более длительной уборки. Он имеет двигатель мощностью 435 Вт и 3 скорости, что делает его идеальным для всех типов полов. Специальная насадка предотвращает спутывание длинных волос, а функция влажной уборки, реализованная с помощью магнитного аксессуара, позволяет совмещать сухую и влажную уборку, экономя ваше время. Устройство легко хранится благодаря магнитному креплению на стену, которое входит в комплект. Легкий помощник весит всего 1,5 кг, а его мощный аккумулятор емкостью 2500 мА способен убрать большой пентхаус на одной зарядке. Подставка для планшета. Может показаться, что это не такая уж важная вещь, но ваше мнение изменится, как только вы начнете ее использовать. Представляю регулируемый металлический кронштейн с универсальным зажимом. Настоящая находка. Почему?
потому что позволяет легко регулировать угол обзора одним движением. Настраиваем картинку, как вам было удобно. Крепление универсальное и подходит для различных моделей планшетов, выдерживая вес до 1,5 кг. Встроенная противоскользящая силиконовая накладка в основании обеспечивает повышенную устойчивость. Складная выдвижная конструкция экономит место на рабочем столе, легко носится с собой и идеально подходит для использования в любом месте. В период отопительного сезона особенно важно отметить уровень влажности в помещении. Регулировать этот показатель куда приятнее с красивым увлажнителем. Представляет собой необычный антигравитационный увлажнитель. Шикарное решение для любого интерьера. Он отлично впишется в классический стиль, добавит изюминку модерну и подчеркнет техностиль. Этот увлажнитель универсален и привлекателен как для дома, так и для офиса. С функциональной точки зрения настольный увлажнитель с литровым баком способен увлажнять воздух в комнате среднего размера на максимальном режиме. Цифровое табло подскажет, сколько времени осталось до того, как оно пустеет. Мягкий рассеянный свет может служить ночником, а подсветка регулируется по мощности. Во время ремонта часто возникают неточности из-за недостаточной разметки карандашом, ручкой или мелом, особенно из-за габаритов. Вот вам крутое решение – флуоресцентная разметка. Это устройство работает просто. Вставляете его в отверстие там, где нужно поставить метку, нажимаете на поршень, и заряд пигмента попадает на стену в нужное место. Больше не нужно точить карандаш остро и искать тончайший фломастер. И самое главное, такую отметку легко убрать со свежепокрашенной стены мокрой тряпкой. Это действительно очень полезная штука. Зимой очень важно сохранять ноги в тепле, поэтому использование электрических носков – отличное решение. Они подойдут, если вы проводите много времени на свежем воздухе, занимаетесь спортом или часто гуляете. В каждом носке установлен аккумулятор, который позволяет регулировать нагрев. За минуту они могут нагреться до 50 градусов. Управлять теплотой, включать и выключать устройство легко с помощью дистанционного пульта. На низком уровне подогрева заряда аккумулятора хватит на 12 часов работы, на среднем на 6 часов, а на максимальной на 3 часа. Зарядка до 100% занимает от 3 до 4 часов, что достаточно быстро. Если вы давно мечтаете научиться играть на пианино, но отпугивают долгие и скучные тренировки, то умное пианино точно для вас. Вся умность этого инструмента заключается в его простоте обучения. Вы выбираете мелодию, темп и режим работы, и клавиши инструмента начинают подсвечиваться в такт мелодии. Это делает время занятия уникальным и интересным. Вы будете запоминать мелодии, играя, и в то же время наслаждаясь процессом. Это отличное решение для детей. Они смогут быстро освоить игрушку, не оставив после этого неприятное впечатление от обучения. Аппарат работает на перезаряжаемом аккумуляторе до 6 часов, что позволяет легко брать его с собой в поездки или куда угодно. Устройство максимально портативное и мобильное. Во время усердной работы за столом иногда стоит делать перерыв на спорт, размяться, выпустить пары и расслабиться. Чтобы не уходить далеко, можно установить настольную боксерскую грушу. Почему бы и нет? Если что-то не получается или возникают сложности, можно быстро сбросить напряжение, пнув грушу или взяв на болевой, и снова сосредоточиться, а коллеги при этом остаются целыми и спокойными. Эта груша достаточно компактна и не занимает много места на столе. Она надежно крепится к рабочему столу, так что не придется беспокоиться о том, что она отломится при очередном ударе. У меня постоянная проблема с тупыми ножами на кухне, и вот с этим профессиональным устройством эта проблема однозначно будет решена. Это устройство имеет крепкую металлическую конструкцию с установкой лезвий разного размера. В комплект входит несколько различных брусков для заточки, а специальный ручной челнок позволяет легко выбрать угол заточки, делая всю работу за вас. Удобная сборная конструкция не имеет проблем с хранением инструмента. Она буквально складывается в миниатюрный чемоданчик. Вау, это звучит как нечто прямо из новогоднего сюрприза. Интересный мультитул, который буквально заменит вам ящик с инструментами из этой симпатичной металлической снежинки. В ней располагается огромный набор различных инструментов на все случаи жизни, от открывашки для бутылок до возможности закрутить болт. Всего 18 различных функций инструмента, которые поместятся у вас в кармане и будут всегда под рукой. Компактность этого мультитула позволяет зацепить его за брелок на ключи и легко брать с собой. Вес снежинки всего 500 грамм, так что особой тяжести вы не почувствуете.
В продолжении строительной темы представляю вам миниатюрный, но весьма полезный прибор. Это устройство способно видеть невидимое. В прямом смысле этого слова оно обнаруживает скрытые в стенах арматуры, провода под напряжением, металлические балки и другие неожиданности, оставленные в новом помещении. Теперь все эти элементы можно легко обнаружить с помощью этого малыша. Просто прислоните прибор к стене, и он выдаст вам все необходимые показатели на экране. Устройство работает от перезаряжаемого аккумулятора, состояние которого можно легко отслеживать на мониторе. Если вы планируете ремонт или занимаетесь строительством, этот прибор точно будет полезен. Немного о компьютерном оборудовании. Очень часто бывает, что в рабочем пространстве есть только одна розетка и не хватает доступных подключений для дополнительных устройств. Или же есть огромный сетевой адаптер, занимающий много места. Чтобы оптимизировать это пространство, достаточно подключить такой умный хаб. Этот хаб выглядит стильно и благодаря такой компактным размерам экономит место на рабочем столе. В него можно подключить одновременно до 7 устройств. Прибор оснащен сверхскоростной передачей данных до 10 гигабит через USB 3.1, включая два порта USB-A и один порт USB-C. Это позволяет легко передавать большие мультимедийные файлы. Очень удобная штука для активных пользователей ПК. Ну вот и подошел к концу этот ролик. Все ссылки на товар вы найдете в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.